Сегодня же в день выборов в стране отмечают возвращение Крыма и Севастополя в состав России. На Соборной площади проходит митинг-концерт, на котором выступает группа «Смысловые галлюцинации» и ее лидер Сергей Бабунец. Его хиты слушает Юлия Ковыршина. Она на прямой связи со студией. Юлия, добрый вечер. Какое настроение царит среди тех, кто сегодня пришел в центр города, чтобы послушать популярного исполнителя? Я слышу, потому что у нас здесь на Соборной площади потрясающая энергетика в самом разгаре. Концерт группы «Смысловые галлюцинации», огромное количество людей наблюдают за выступлением звезды. Давайте послушаем популярную песню, прямо сейчас звучит. Которые получают удовольствие от концерта. И сколько людей собралось на Соборной площади, мы сейчас вам покажем со сцены. Давайте точку поменяем. У нас есть возможность подняться прямо на сцену и показать вам, какое количество поклонников группы «Смысловые галлюцинации» собралось здесь, на Соборной площади, в центре города. Я не знаю, сотни тысяч фанатов, поклонников и просто амичей прямо сейчас наблюдают за группой «Смысловые галлюцинации». Давайте еще раз послушаем, что сейчас происходит. Я думаю, это, наверное, будет песня «Вечно молодой», я так понимаю, да? Ну, давайте послушаем. Отлично, нравится. «Смысловые галлюцинации» всегда были в тренде. Вы побывали уже на избирательных участках или планируете еще? В выборах участвовали уже? Да, участвовали, ходили на избирательные участки. Да. Ну, давайте еще. Как настроение? Как вам выступление группы? Хорошее. Очень. Здорово. Ну, сами видите, потрясающая энергетика, потрясающее настроение. Сложно, потому что сама себя очень плохо слышу, но подробности того, как прошел концерт здесь, на Соборной площади, мы вам еще расскажем в следующем выпуске новостей. Ну, а если вы сейчас нас видите и хотите посетить концерт, вы еще можете успеть это сделать, потому что еще, ну, наверное, полчаса точно группа «Смысловые галлюцинации» будет выступать здесь, на сцене, на Соборной площади.